Одно из самых любимых первых блюд – это суп, а если еще и с фрикадельками. Чтобы как-то его разнообразить, предлагаю добавить в фарш для фрикаделек грибы. Получается очень вкусно. Суп получается очень ароматным благодаря грибам. Кстати, грибы можно брать любые, например, белые или лисички. Также в суп можно добавить немного свежей капусты, томаты или сладкий перец. Все на ваше усмотрение, мне больше нравится классика. Но с грибочками, подавайте суп со сметаной и хлебом. Уверяю, равнодушных не останется. Первым делом займемся приготовлением фрикаделек. Шампиньоны мелко нарежьте. Рис отварите, соедините с грибами и фаршем. Добавьте яйцо и специи. Перемешайте. Из приготовленного фарша сформируйте фрикадельки. Опустите их в кипящую воду. Отдельно на растительном масле обжарьте лук и морковь. Добавьте обжарку в суп и проварите все вместе минут 15. В самом конце добавьте нарезанный укроп и снимите суп с огня. Дайте супу немного настояться и подавайте к столу. Приятного аппетита!